В декабре прошлого года в Актюбинской области был дан старт реализации жилищной программы «Актюбе-Жастаре». Участники могли приобрести жилье в кредит по низкой процентной ставке, в их числе молодая семья медиков. Подробности в следующем сюжете. Молодая семья медиков – одна из счастливых участников программы «Актюбе-Жастаре». До этого времени семья проживала с родителями. В их собственной квартире уже почти завершился ремонт. И в скором времени семья отметит новоселье. Работаю в многопрофильной детской областной больнице. Участвовала в программе «Жастар». Стаж работы 13 лет. Медработники. Вот, и благодаря этому, считай, прошли. Это, получается, вторичное жилье. Кредит взяли 9 миллионов. Остальное, получается, мы внесли сами. В декабре подали. И в январе где-то одобрили. Увидела в Инстаграме эту ссылку и решила пройти, попробовать. Неделю искали, где-то 2 недели ушло у нас на это. И нашли вторичное жилье в районе Дома ветеранов. Раньше жили с родителями, сейчас планируем здесь жить. В жилищной программе «Актюбе-Жастаре» участвовали государственные служащие, работники медицины, образования, спорта, гражданской обороны, ЧС и другие. Также, согласно правилам, заявители не должны были быть старше 35 лет и проживать в городе или области и иметь стаж работы в соответствующих сферах не меньше года. Также стаж и наличие детей влияли на критерии участия. В первом туре программы было отобрано 40 претендентов. Если остановиться про требования программы, про условия программы, по данной программе максимально выдавалось до 15 миллионов тенге. Были условия, чтобы у клиента отсутствовала недвижимость в течение последних 5 лет. Участвовали в данной программе не все специалисты определенной категории, где отбирали по стажу работы, также отбирали по количеству детей, также по проживанию в области, в Актюбинской области. И отталкиваясь от этого, из поданных 2000 заявок было выявлено 40 человек. Второй тур программы «Актюбе-Жастаре» планируют реализовать в текущем году. Специалисты банка отмечают, что некоторые условия будут изменены. Это будет сделано для удобства участников. Какие именно изменения будут внесены, пока неизвестно. Зарина Утбанова, Азамат Сауханов, телеканал «Актюбе».